Всем привет, с вами Алекс Ки, и я хотел поздравить всех с наступающим 2018 годом, пожелать всем успехов, пожелать здоровья, особенно своим друзьям, подписчикам, близким, знакомым, а также своим родственникам. Побольше путешествуйте в новом 2018 году, загадывайте желания, пусть они обязательно сбудутся. Ну а теперь я передаю слово своему коллеге Владимиру Владимировичу Путину. Дорогие друзья, на пороге новый 2018 год. Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год, но все равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный. Верим, что все загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся. Новый год у нас – это прежде всего семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве, с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними. Если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости. Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным, человеческим смыслом. Где бы мы ни находились, за семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах, нас объединяет приподнятое новогоднее настроение. А современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров. И, как всегда, мои особые поздравления всем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда. Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений. Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты. Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам. Дорогие друзья, до наступления 2018 года остались буквально секунды. Пришло время сказать друг другу самые заветные слова. Простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви. Согреть заботы и внимание. Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему. Чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас. Искренне желаю всем вам успехов и благополучия, мира и процветания нашей великой России, нашей любимой и единственной. Будьте счастливы! С праздником вас! С новым 2018 годом! Еще чуть-чуть, и у нас наступит 2018 год.
Ура, товарищи, 2018 годом!